Всем привет! Давно обещала записать вам видео о приложении Lidl Plus, выполняю свое обещание. Для того, чтобы им пользоваться, нужно логично скачать приложение себе на телефон, нужно там зарегистрироваться и выбрать тот магазин, в который вы чаще всего ходите. Ну, как правило, это магазин, который ближе к вашему дому. К сожалению, здесь поэтапно я не могу вам подсказать, как это сделать, потому что я уже давно там зарегистрирована. Но это несложно, я думаю, вы обязательно с этим справитесь. Кроме того, при регистрации дарят подарочный купон на 5 евро. Он может быть не сразу отображен в приложении, а появится через несколько дней после регистрации, но он обязательно будет. И минимальная сумма закупки там тоже есть, обратите на это внимание. Итак, давайте знакомиться с приложением. Стартовая страница, как обычно, очень простая. Здесь сверху есть те или иные новости, какие-то актуальные скидки, которые есть в журналах, и то, что можно посмотреть в магазине. Мы не будем с вами заходить куда-то сейчас дальше, потому что акции, конечно же, можно посмотреть в любое время. Дальше мы видим надпись «Rabatt Sammler Markt», МЕЦ, да? Что это такое? Давайте нажмем сразу «Больше информации». Здесь мы видим слева 18,66, это сумма, которую нужно потратить в магазине, чтобы получить следующий купон. И 16,34 – это сумма, которая уже набрана, потрачена. И 25 оставшихся дней. Дальше здесь у нас идет такая полоска с значками подарков. Что же это значит? При достижении каждого порога в 35 евро, в 75 евро, 150, 250, 350 и 500 вы получаете купон. Какой именно? Смотрите, когда я сделаю покупку на 35 евро, это может быть одна покупка или 10 покупок, неважно. В течение, главное, одного календарного месяца. Тогда я получу купон или на сметанный пудинг, или на холодный чай. Я могу сама выбрать, купить или пудинг, или чай. И получу я его бесплатно, когда на кассе отсканирую приложение. До этого мы с вами тоже еще дойдем. Перед тем, конечно же, как приложение сканировать, купон обязательно активировать. Когда идет речь о таких купонах, где мы собираем с вами покупки и все они суммируются, здесь мы получаем купон при покупке от 1 евро. Бесплатно товар просто так зайти и взять в любом случае нельзя. Возвращаемся на главную страницу. Здесь мы видим купоны. Это самое интересное, что есть в этом приложении. Давайте «Alle anzeigen», это значит «показать все». Смотрим. У нас есть сегодня купон «Gratis», это значит товар будет бесплатно. И здесь же написано «при покупке от 10 евро». Только сегодня действительно, чтобы этим купоном воспользоваться, нужно его активировать. Это обязательно и очень важно. Можно зайти в подробности. Это тоже довольно-таки важно. В подробностях полное идет описание товара. Написано, что вы получите с этим купоном при покупке от 10 евро 125 грамм большую шоколадку бесплатно. Здесь ниже у нас указана еще раз граммовка и какие варианты шоколада, какие сорта можно взять. Там, где продукт-код, можно посмотреть еще код на этот шоколад, на все тоже опять же сорта. Это нужно для того, чтобы взять именно тот продукт, который будет для вас бесплатным. Эти коды можно сравнить с ценниками. Ну и здесь понятно, что какая-то еще информация правовая, это нас не интересует. Смотрим дальше. На этой неделе есть 15% скидка на мандарины или клементины, которые идут без упаковки. Я уже активировала. Дальше 56% скидка на десерт от Эрман. Мы тоже можем активировать, если мы знаем, что хотим его купить. Действительно, еще это все 6 дней. Шпинат и так далее, да. Каждую неделю купоны обновляются. Также они могут обновляться в четверг и в пятницу дополнительно. И в праздничные дни или перед праздничными днями есть вот такие купоны подарочные зачастую всегда. Разная сумма покупок бывает, на это обращайте внимание. Сразу скажу, если у нас есть несколько бесплатных купонов, мы их все активируем, и, например, они все идут при покупке от 10 евро. Все купоны, все товары можно взять в одном чеке. То есть я беру, например,
я беру чай, я беру конфеты, я беру там еще что-то у меня бесплатное есть по купонам. И мне не нужно по 10 евро на каждый отдельный товар покупать, нет, я просто купила что-то на 10 евро, и все эти бесплатные товары, они тоже пройдут. Но бывает еще такое, это не везде, и это не правило, вы можете попробовать это лично у себя в своем филиале, будет работать это у вас или нет, я один раз попробовала, у меня сработало. Я не набрала до 10 евро нужной суммы, но взяла бесплатный товар. И когда его пробили, получилось так, что у меня сумма свыше 10 евро, и купон сработал. То есть по итогу я заплатила 9 евро с копейками, при этом получив товар, который идет при покупке от 10 евро. Это было у меня тоже не запланировано, так получилось само собой. Это что касается купонов. Самое главное перед покупкой купоны в приложении активировать. Дальше на кассе мы нажимаем Lidl плюс карта, и у нас получается вот такой штрих-код. Его нужно отсканировать на кассе. И тогда все скидки, которые все купоны вы активировали, все это зачтется. Плюс занесется ваш чек в базу, плюс вы будете участвовать вот в этих накопительных скидках ежемесячных. Также после каждой покупки вот здесь, или оно высветится вам на главном экране, или где-то здесь в приложении покажется рулетка или поле, где нужно пальцем стирать. Знаете, как монеткой в лото стирают. Там тоже разыгрываются купоны. Раньше 90% этих купонов были на бесплатные товары. То есть при каждой покупке вы получаете эту, допустим, рулетку, крутите ее, получаете купон. Раньше они почти всегда были бесплатными, сейчас это скидки на какие-то товары. Но в любом случае может выпасть и что-то бесплатное, поэтому крутите, стирайте и пользуйтесь, это тоже плюс. Дальше у нас в приложении есть рецепты. Если кому-то интересно, конечно, это тоже можно зайти, посмотреть, попробовать. Есть предложения из онлайн-магазина, рекомендации какие-то. На самом деле я этим всем не пользуюсь, это мне не интересно, но о возможности тоже стоит сказать. И проспекты. Здесь есть у нас все проспекты, актуальные в магазине Lidl на текущую неделю и на следующую. Купоны обновляются, кстати, уже в воскресенье. Те, которые будут с понедельника, но активировать их можно именно в понедельник. Ну, с того дня, с какого они начинают работать. Отдельно есть вкладка «Купоны» для быстренького в нее попадания. «Кассенбонс» – это наши чеки. Вы всегда сохраняете у себя в приложении все дигитальные чеки. Это, конечно, тоже, на мой взгляд, плюс. Это всегда удобно, можно посмотреть, что купили и все подробности. Вот эти маленькие значочки таких отрывных талончиков, это тоже есть акция, которой почему-то нет на главной странице. Тоже какой-то розыгрыш призов. Я сейчас вам точно уже не скажу, потому что с главной страницы это убрали. Еще одна интересная вкладка – это партнеры. Сразу сейчас мы заходим. У нас есть 10% скидка в приложении Shop Аптека. Допустим, кто там покупает, можете пользоваться. 3 цента скидка с каждого литра при заправке в Shell. Вот сюда мы зайдем, это интересно, потому что сейчас, я думаю, каждая копейка скидки на топливо будет очень нужна, да? Смотрим, все клиенты Lidl Plus получают скидку 3 цента с каждого литра на заправке Shell. Это без разницы, бензин или дизель, чем вы заправляетесь, в любом случае эта скидка есть во всех участвующих станциях. Насколько я знаю, они обычно все участвуют. Если нет, да, опять же, это тоже можно все посмотреть на сайте. Минимальной суммы заправки нет, но максимально 70 литров за один раз. И вот смотрите, акция действует до 27 марта. Это значит, вы можете хоть каждый день заправляться и каждый день брать эту скидку. Имеется в виду максимально 70 литров, это за одну заправку. Нажимаем «Получить фотоайл», и мы видим штрих-код, который нужно просто отсканировать на кассе в Shell, когда вы будете заправляться. Но это тоже плюс на самом деле такой хороший. Возвращаемся назад. Дальше тоже мы видим различные какие-то купоны. Есть у нас и тут и домино пицца, и флакони, и так далее, и так далее. Это тоже можно посмотреть, этим можно поинтересоваться. Во вкладке «Больше» мы видим, есть мои чеки, Lidl Pay. Здесь можно подключить вашу карту и платить, когда вы сканируете приложение,
деньги будут сразу сниматься с карты. Не нужно оплачивать отдельно наличными. Когда привязываете карту, тоже дают какой-то бонус, купон, скидку, я не знаю на какую сумму. Я карту не привязала и делать это не буду. Дальше у нас есть мой филиал, здесь можно менять магазины, которые вы хотите. Профиль, там понятно ваши личные данные, настройки, это пароль и так далее. Онлайн-магазин, проспекты, это я вам все сказала, это все есть на главной странице. Отдельно у нас есть Lidl, мир вина, путешествия, различные коды можно активировать. Иногда в социальных сетях появляются различные коды, которые можно тоже вносить и потом пользоваться этими скидками. Ну вот, в общем-то, и все, наверное, что я хотела вам сказать. Сейчас магазин Lidl уже, конечно, поуменьшил количество бесплатных купонов, но я не думаю, что это надолго, скорее всего, наверняка они будут возвращать такие же бесплатности периодически. Так что я рекомендую вам скачать это приложение, какого-то труда в его использовании нет, а различные вкусняшки, бесплатности, мелочь, а приятно. Если у вас есть какие-то вопросы, конечно же, вы можете написать их в комментариях, там же можете написать, пользуетесь ли вы подобными приложениями или нет. Лично я пользуюсь практически всеми приложениями от магазинов, в которые я хожу регулярно. Это помогает получать какие-то бонусы, где-то, возможно, экономить, но и опять же быть в курсе различных новостей того же магазина, либо сети любимых магазинов. Я надеюсь, это видео вам понравилось, оно было полезным. Если это так, нажмите, пожалуйста, класс, мне будет тоже приятно очень это знать. Спасибо вам за просмотр, я желаю всего хорошего и пока-пока!